Традиционно такие встречи – абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить, конечно же, определенный отклик. Достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента, в том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе. Дорогие друзья, я абсолютно убежден, что сегодняшняя наша беседа будет содержательной, откровенной. Я к этому готов. Готов традиционно ответить на все интересующие вас вопросы. И еще раз повторюсь, тоже традиционно. Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем.